Еще одна актуальная для региона проблема – незаконные вырубки. С ней в регионе планируют открыто бороться. Для этого представители региональной власти и сотрудники прокуратуры объединят свои силы. Ведь по статистике Прибайкалье в лидерах по сокрытию незаконных лесных рубок. За примерами далеко ходить не надо. Только на прошлой неделе была обнаружена нелегальная деляна в Тайшете. Ущерб от вырубки составил 70 миллионов рублей. Всего же в прошлом году в Иркутской области было выявлено 700 нелегальных лесозаготовителей. Вот еще один факт. По информации главы Федерального агентства лесного хозяйства России, 80% нелегальных рубок по всей стране приходится как раз на наш регион. Даже примерные суммы совокупного ущерба от деятельности черных лесорубов в Прибайкалье нет, но счет идет на миллиарды рублей.